Больной пес неподвижно лежал на улице. Он сдался, не рассчитывая на помощь людей. Пес отчаялся и не рассчитывал на человеческую помощь. Все случилось незадолго до Рождества. Девушка приехала в гости к своей подруге, а та рассказала ей о бродячем псе, бегающем по местности. Его хотели поймать, но потом бросили эту идею, поскольку питомец не давался в руки, хотя был и болен. Девушке захотелось взглянуть на песика. Она вышла на улицу и отправилась на поиски животного. Удача улыбнулась ей очень быстро. Вскоре пес был найден, лежащим рядом с домом. Он выглядел потерянным и поникшим. При виде незнакомки питомец даже не попытался убежать, безразлично рассматривая землю под носом. Девушка не верила в то, что видела. Больной пес просто умирал на ее глазах. Она заплакала, подумав о том, что ему никто и никогда не помогал. Но все должно было измениться. Потом питомца посадили в клетку и отвезли к ветеринару на осмотр. Тот посоветовал подождать пару дней, чтобы посмотреть, сможет ли он пережить выходные. Тогда девушка бросила все свои дела, чтобы быть рядом с песиком и помогать ему. Наперво она позаботилась о том, чтобы у животного была еда и вода. Однажды она думала, что малыш умрет, но тот удивлял ее, продолжая бороться за жизнь. Наконец, он почувствовал, что кому-то нужен. За героическое стремление выжить девушка дала песику кличку Геркулес. Вскоре произошло чудо, которое так все ждали. Питомец неожиданно встал и прошелся по комнате. Это стало стартом его новой жизни и счастливой. Вы едва ли узнаете изменившегося Геркулеса. Девушка, которая спасла ему жизнь, оставила его в своем доме навсегда. Она долго лечила питомца, и теперь он стал настоящим красавцем. Если бы не стали ранее хозяйки, Геркулес уже бы не был в живых. Спасибо ей за доброе сердце. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Узнаете еще много интересного.